это не забывается. И там на старте нет. Зайду в ютубик. Эх, молодость. Hit me, baby, one more time. Спасибо тебе, моя милая, дорогая, прекрасная девочка. Все менше місць у наступному раунді. І одне з них належить... Чего ты плакаешь? Она от радости. Смотри, категория, надо держать. Ну, Петя начала в первом классе. Сестра приезжает. Так, надо снять клипчик. Сестра была всегда оператором, режиссером, постановщиком. А я там уже... Кто там? Кто там? Здравствуйте. А, здравствуй. Ну что, наверное, сразу слушаем песню. Угу. Давай. Как почувствовала, как поняла. Давай. Ну, это романтическая песня. Грустная немножко. Два человека должны быть вместе при любых обстоятельствах. Песня очень крутая, но она очень сложная. Ой, не знаю. Ця пісня більш дорослішою виконавець. Я боюсь, що вона їй не по віку. Мені теж було больно. Кожен з нас, навіть 8-літній ребенок, він все одно любить кого-нибудь. Два главных слова – ты и я. Это должно быть очень четко. Я вижу, что это тот случай, когда вот розочку расковыряли раньше, чем она распустилась сама. Совсем другое дело. Давайте еще раз припевок. А вот роза должна распуститься именно в субботу. В 19 часов, в день прямого эфира X-Factor. Вот тогда будет шикарно. Валерія Локтенко. I'm losing my best friend.
Валерія Локтенко на сцені шоу «Ікс-фактор». Куди поділася та мила школярка, яку ми бачили минулого разу? Ви не знаєте? Ну просто рок-діва на сцені. Лерочка, йди до нас. Ваші аплодисменти. Лера, тебе просто не впізнати. Дуже переконливе перевтілення. Ігорю, тобі як здалося? Я хочу сказати, що мені іноді не вистачало потужності в голосі маленькій школярці, але цей виступ набагато кращий, ніж в першому ефірі. Молодець. Я думаю, що у тебе буде майбутнє в цьому сезоні. Дякую. Сергій, ти що скажеш? Тобі припало до душі рок Лера? Мне очень понравилось, Лера. И хотя ты так часто произносила во время исполнения песни «Don't speak», не говори, что мне хочется промолчать на самом деле, просто поаплодировать тебе, но я скажу. Твой продюсер приготовил для тебя по-настоящему яркий, красочный, сумасшедший номер. Ну, а человека, который до сих пор записывает в ежедневнике цветными фломастерами, я ничего другого и не ожидал. Браво. Дякую. Ёлка, як щодо тебе? Тобі сподобався виступ Лери? Лера, скорее всего, не в курсе, но эта песня в моем детстве была самым ходовым медляком, скажу вам по секрету. Честно, мне песня эта очень нравится, понравилась в исполнении Леры. Эту песню я даже однажды как-то спела, помнится. Вот. И я знаю, как это бывает страшно. А еще, я не знаю, как ты, Лерочка, я на самом деле очень боюсь высоты. Если вдруг ты тоже побаиваешься, я считаю, что со всеми страхами ты прекрасно справилась. И отлично спела песню. Молодец. Дякую, Елочка. Сергій, ну, що у вас викликало таке шалене захоплення, як у наставника? Ви знаєте, я можу тільки з легкістю видихнути. Я от вдохнув і видихнув, коли Лера закінчила петь. Вот это легкі. Что... Так захватывало дух, это было невероятно. Ну как ведь там, Лерочка, на крыше-то, наверное, страшно. Там холодно, наверное, высоко. И такую задачу ей поставили. И песня сложная, и постановка сложная. Все сложное, работали долго. Тоже думали, может быть, что-то снять, убрать. Сергей, но поралось, вот все получилось, слава богу, потому что Лерочка – это трудяга колоссальная, это характер невероятный совершенно, вот как пацанка. Вот взялась и сделала, да еще многим пацанам даст фору. Молодчина. Браво, Лерочка. Спасибо. Дякую. Лера, ти і твій наставник, ви зробили все, що могли, все, що від вас залежало. Тепер черга нашим глядачам справдити бажання цієї дівчини і дати їй можливість заспівати на нашій сцені вже за тиждень. І все це можете зробити ви. Тож, якщо ви вболіваєте за неї, телефонуйте 0900 102 004 або надсилайте смс з кодом.